Здравствуйте, дорогие друзья. Opel Vectra C 1.9 дизель. Будем менять термостат, где аккумулятор находится прямо вот там. В общем, водитель жалуется, говорит, машина не греется вообще. Она, может, и заклинила открыто. Вот это шланг, который дверной хомутик закручивается, мешает. И отсоединяем, снимаем этот шланг. Вот здесь снимал шланг, смотрим заслонку, друзья, прямо в говне. Никто в жизни сюда не трогал. Иногда чистить это говно. Антифриз спустили, друзья. Как всегда, хомутом все привязано. Срезали нахер одноразовый хомут. Жгут в сторону. Вот эту гаечку надо открутить. Вот она идет сюда. Я хозяину отправил за это трубку и охлаждающий. Она стоит денег, но сгнил полностью. Везде пускает. Если найдет, этого тоже поменяю, конечно. У нас идет фишечка. Это желтый хрен поднимаем наверх. Не зажимаем, фишку снимаем. Да, хрен зажмем, блядь. Тяжело зажимать его, конечно, одной рукой надо и второй помогать. Снимаем. И этот болтик, кайку откручиваем. Это хрен в сторону, если мешает, отсюда откручу. Это шланг идет на раштельный бачок. Прямо. Есть и места мало, друзья. Не хотите много чего разобрать, вам надо такая трешетка. Одели, сорвали, вот так. Хотите сюда крутите, хотите сюда, хотите наоборот, как хотите. Вот и откручиваем гаечку. Главное сорвать вот так. Не надо так так делать. Места мало, допустим. Вот и так. Бум. Вот шланг я оттуда снимал, потому что мешал. Вот так гаечку откручена. И все. Снимали трубку. Вот видите, она идет прямо сюда. Один болт откручиваем. Конечно, если открутится, все сгнил. И отсюда. Хомутик, зажимаем, снимаем вот эту трубку, потому что прямо перед термостатом стоит, будет мешать. Трубка, вот этот болтик не откручивается, ломается пластмасска. Сдох все здесь. И вам надо такой инструмент. Зажимаем и откручиваем хомутик. Здесь другого ничего не засунете, зазор вот такой. Сейчас откручиваем верхнюю трубку радиатора. Вот. Показываю вам термостат, чтобы вы поняли. Вот термостат Continental. Выглядит так, друзья. Вот. Она устанавливается так. Объясняю, один шланг сюда. Откручиваем. Подходит. Вот маленький. Раз, два. Еще два шланга сюда подходит. И перед термостатом вот сюда закручивается, который открутил гаечку, вот отсюда. Вот эта железная металлическая трубка мешает. Отсюда откручиваем шланг. Вот, где спереди идет, и второй еще снизу. Вот, вот эта трубка. И отодвинем чуть-чуть в сторону. Только аккуратно. Потому что все здесь мешает. Болтами термостат закручивается, а то иногда приходит, что там два болта открутить, попробуйте. Ни инструментов ни хрена нет, некоторых, что там два болта, чтобы две болты открутить, надо 20 перед тем открутить, чтобы дойти сюда. Вот так, друзья, снимал термостат, но этот шланг не трогал, чуть-чуть загнул вниз, потому что она идет дальше за мотор. Ну и нахер, все сгнил, блин. Если откручу, может быть проблема. Посадочное место, вот, где вакуумный насос. И рядом, вот прямо. Вот здесь почистим хорошенько, это посадочное место. Будем установить. Здесь есть резинка, сюда герметик не надо положить. Вот, что это за фирма стояла, здесь понятия не имею. Сейчас посмотрю, Джеймовский, скорее всего. Менял и не менял, и она работает, но надо кипяток кинуть. Там 90 градусов, посмотрит, открывает или не открывает. Хер его знает. Термостат установил, друзья, все шланги соединил. С этой херней ничего не сделаю, хомутом привяжу.
Это жгут тоже надо хомутом привязать сюда. И установлю трубку на заслонку. И все, интеркулер имею в виду. И все. Заведем, посмотрим, антифриз зальем, конечно. Мужики, машина работает больше полчасика. Больше даже, 40 минут, наверное, или полчасика. Вот стрелка вообще не шевелится, я не знаю. Я тачек снимаю под капотом фишку термостата. Сразу вентилятор включается. Это означает ошибка. Сразу аварийный показывает, сразу крутит антифриз, этот, как называется, вентилятор. Так что она работает. Почему-то стрелка вообще не шевелится. Мон. Вот я отключаю. Ноль. Включаю, вообще ноль. Странно какая-то. Это уже работа электрика, я не знаю. Я не обратил внимания, когда заехал, она работает, это хрен или нет. А так тепло есть. Но должно быть для этого, но мало. Но температура какая, сейчас я понятия не имею. Но есть, но вот так. Ну, скажем, 50%. Когда газуете, немножко есть. Скорее всего, здесь забита печка, этот раз. Во-вторых, надо уточнить с этой херней, блин. Это уже работа электрика. Я понятия не имею, что может быть там еще. Может, предохранитель, может, что-то. Предохранитель посмотрю. Но если вдруг что, значит, предохранитель нет. Уже электрик будет искать. Так что всем до свидания. Дай Бог вам всем здоровья. Это мой канал, друзья. Ralf.mechanik в Ютубе. Номер телефона, номер WhatsApp. Если что, пишите, обязательно отвечу. Так что стрелка поднялся потом. Поднялся до 80. Хозяин приехал, забрал машину. Мы чуть-чуть разговаривали, и после 80 сразу упала на 0. Это просто странно, я понятия не имею, что происходит. Но уже электрик будет смотреть. Опять поднимается, когда едет, и потом сразу падает на 0. Так что хер его знает. Всем до свидания, друзья.